Привет, дорогой крот. Я не вижу, что снимаю, и боюсь. Я на высоте 40 метров, на вершине минарета, который построили в 1596-м. И тут страшно. Но мне хотелось поздравить тебя с какого-то очень красивого места. Поэтому с днем рождения. Я уверена, что Антон тоже присоединяется, просто он сейчас судит какие-то соревнования. Мы очень тобой гордимся, рады знакомству. Помним тебя вот таким маленьким и желаем всего очень-очень-очень хорошего. Будь счастлив, прекрасным мужем и отцом. И вообще. Все, я побежала вниз, тут так высоко, пока.